Всем привет! С вами радиостанция «Новости с Луны». И сегодня мы расскажем вам обо всех изменениях и нововведениях, что ждут нас во втором сезоне. В прошлую пятницу показали трейлер 4 главы «Лимбуса». И, честно говоря, он замечателен. Начиная с музыки, задающей тон грядущей истории, и заканчивая показом нового эго и личностей. Поговорим о последнем. В видео можно увидеть новые личности на Родион и Мерсо. Спустя время стало известно, что это личности корректировщиков мастерской гаечного ключа. Родион получит личность третьего тира, а Мерсо второго. Среди эго мы видим как старых знакомых, о которых мы говорили в прошлом видео, так и новых. Хитклифф с эго электрической сороконожки, которого показали в твиттере в день выхода патча. Измаил с эго джентльмена феи из события в зеркальном подземелье. Синклер с эго куклы с талисманами, которая в файлах игры называется «Чтобы никто не плакал». И еще Хитклифф, судя по всему, в «Слепом дожде», эго бродячей лисицы. И целевое эго с сезона, «Слепой дождь» на Исана. Выглядит красиво. Достойно последней награды боевого пропуска. Мы намеренно опустили фрагменты с сюжетными сценами, чтобы не заспойлерить вам. Если есть желание, можете посмотреть видео по ссылке в описании. Вместе со сменой сезона будет введено много изменений и нововведений, о которых мы сейчас и расскажем. Для начала. В первом патче сезона введут изменения в количество получаемого рассудка в боях. А первыми баннерами станут мастерская гаечного ключа с Родион и Мерсо, а также целевое излечение Мерсо. И самое главное. Выйдет первая часть 4 главы и боевого пропуска. Боевой пропуск будет выходить по 20 уровней в неделю вплоть до 60. Система будет работать как и с наградами посещения новых сотрудников. Если вы собрали опыта больше, чем доступно наград, вы сможете их забрать сразу, как только они станут доступными. Пополняться глава будет еще 8 и 15 июня. В первом же патче будет еще одно изменение, но уже косметического характера. Кастомизация билета профиля. Насколько детально можно будет его менять, неизвестно. С новым сезоном повысят лимит уровня личностей до 35, а в середине июля, вместе с открытием второй ветки метро отражений, добавят четвертый уровень связывания и пряжи. В отличие от предыдущих двух уровней, помимо нитей, связывание и пряжа будут требовать осколки этого грешника. Может звучать страшно, но не переживайте, ведь в получении осколков вам поможет второе зеркальное подземелье. Кстати говоря, поговорим об изменениях зеркалок. 22 июня выйдет новое зеркальное подземелье, в котором будут 45 новых эго-даров, 25 новых событий, новые аномалии и враги. Вместе с этим изменится способ получения наград за прохождение. Теперь за награды нужно будет платить модули по окончанию вылазки, но вход станет бесплатным. Из наград пропадут ящики эго-сколков. Но чтобы сбалансировать такое изменение, суммарное количество ящиков за боевой пропуск увеличится на 285. Количество опыта боевого пропуска за прохождение изменят следующим образом. А также такими будут награды за вторую зеркалку. Через неделю, 29 июня, добавят также усложненное второе зеркальное подземелье, которое будет давать 75 опыта БП с бонусом и 50 без бонуса. Сам же бонус будет раздельным для обычных данжей и усложненных. Вторая зеркалка будет состоять из 5 этажей, в сумме 30 комнат. Больше об изменениях зеркалок расскажем перед обновлением 22 июня, либо читайте в сообществе Steam. Теперь поговорим о качественных изменениях. Добавят Исан. Идеальность. Это гарант на баннеры. Правда, он таковым не ощущается.
Вероятность выпадения эго из извлечения 1,3%. Самая маленькая вероятность. А у личностей и вовсе шанса 2,9. То есть, по теории, за 100 извлечений с вероятностью 95% выпадет личность третьего тира. Идеальность работает так, что за извлечение ты получаешь, собственно, идеальность. И заработав 200 идеальностей, ты сможешь обменять ее на личность или эго из баннера. Звучит неплохо. Если у тебя есть личность, но нету эго из баннера, ты можешь получить то, что тебе нужно. Есть несколько нюансов. Идеальность не является общей для текущих баннеров, и она не переносится между сменяющимися баннерами. А также эта механика есть только у целевых извлечений. Теперь это звучит не так радужно. Но плюсы тоже имеются. По окончанию баннера вся оставшаяся идеальность превращается в нити. А еще само название является каламбуром. Ну, глава Исана, идеальность, Ейсан. О переходе эгосколков и ящиков с ними мы уже рассказывали. Во второй сезон переходит половина эгосколков каждого грешника и половина каждого вида ящиков. У вас остается большая половина ресурсов. А насчет перехода личностей. Теперь в самой игре во вкладке раздатчика появился сезонный гайд, в котором имеются все таблицы. Что же, второй сезон уже не за горами. А мы будем прощаться. Всем удачного дня или спокойной ночи. Мы встретимся вновь, как звезды.